Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Месяц мужчина не читает смс и не звонит после фразы «У тебя нет времени для меня погулять». Сразу сказал «Я не приеду», бросил трубку и месяц выходит на связь. Можно ли помириться или конец? Ну, Оксана, во-первых, не совсем понятно, кто кому что сказал. Если эта фраза была ваша, то это, конечно, претензия, это обвинение, это давление на человека. И человек, естественно, отреагировал, ну, вот так, как отреагировал. Тут уж ничего поделать нельзя. Я думаю, что прежде чем выходить на связь, вам необходимо разобраться в себе и увидеть, что за чувство скрывается за этой фразой. И не зависите ли вы или ваше психоэмоциональное состояние от мужчины. Если да, это необходимо корректировать. А так, то, что можно сделать, это по большому счету, разобравшись в себе, выйти на тот фундамент, основу ваших отношений, на то, что вас объединяет и связывает, и на этом держать ваше взаимодействие. Если у мужчины чувства есть, и он не будет ощущать, что вы на него давите, то все возможно. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Всего самого доброго. Удачи!